Привет! Мы на канале «Своими руками», и сегодня мы с вами будем делать коврик из помпонов. Что нам для этого необходимо? Нам нужны ножницы и крючки для вязания. А также нам нужна будет основа для коврика. Она у меня уже готова, я ее связала крючком. А те, кто не умеет вязать крючком, может сделать эту основу из любого материала, который вам понравится. Если материал будет не сильно плотный, вы можете после того, как закончили работу, пришить и уплотнить снизу более плотным материалом свой коврик. Мой коврик достаточно плотный получился, поэтому я буду сразу прикреплять к нему помпоны. В одном из наших видео мы показывали, как делать помпоны очень быстро и легко на кулинарной вилке. При помощи кулинарной вилки и обычных шерстяных ниток были сделаны около 60 помпонов, которые необходимы по размеру моего коврика. И теперь наша задача прикрепить эти помпоны разного цвета к основе. Итак, мы продолжаем прикреплять помпоны к основанию коврика. Берем крючок, продеваем коврик, протягиваем и тоже делаем со второй ниточкой помпоны. Протянули, завязали и зафиксировали. Все, у нас осталось два помпона прикрепить. Вот такая красота у нас получается с этой стороны. Thank you.
Завязываем крепко на несколько узлов, чтобы наш помпон сидел крепко на коврике и не оторвался. И остался последний помпончик. Все, продели. Одна ниточка. Вторая нитка. И опять зафиксировали. Все. Вот такая красота из ниток у нас получилась с одной стороны. И вот такая красота у нас уже получилась со второй стороны. Теперь, что нам нужно делать? Нам нужно взять ножницы и пообрезать все нитки, которые нам нужны. Обрезали все лишние нитки. Вот так у нас получился коврик выглядит с изнанки. Теперь нам эту изнанку нужно задекорировать, чтобы не торчали эти нитки и не попротирались. Значит, для этого нам нужна будет ткань. Сам коврик у меня плотный, поэтому ткань я выбрала не очень плотную. У кого будет коврик на тонкой основе, тот должен взять ткань более плотную. Значит, что мы делаем? Мы берем, расстилаем ткань по размеру вашего коврика, прикладываем коврик и вырезаем круг по диаметру вашего коврика. Вот такой круг у меня получился. Вот оно, чуть-чуть больше, чем коврик. Мы приложили ткань к основанию. Теперь нам потребуется нитка и иголка. Значит, у кого ткань не совсем плотная, может прострочить, но мы будем шить. Значит, переворачиваем наш коврик. И теперь разровняем ткань. Основание и будем аккуратно под крайние помпоны пришивать нашу ткань, то есть закрывать все некрасивые места, которые у нас образовались. Берем иголку с ниткой и начинаем аккуратненько под крайним рядом помпончиков прошивать. Наш коврик красивый, яркий, готов. Всем, кому понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал своими руками, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всем пока!